уважаемые, сегодня вождь принял в свою стаю нового индейца. Вот Женя, теперь у нас он индеец. Видите, как он просто прирожденный индеец на самом деле. Вождь племени Педро и Дерек. Видите, как Женя, он даже больше в роли индейца, чем сами индейцы. Сами индейцы уже свыклись с тем, что они индейцы. А он только-только в новородившийся индеец. Поэтому он в восторге от этой роли. Не знает, куда деваться от переполняющих его чувств. И просто преобразует их в музыку. Ha ha ha.